Песня, кое-что у меня еще появилось на продажу. Появилась вот такая машинка. У меня же была такая. У меня вот это вот такая. Не было вот этой вот зеленой штуки. И это наклеечки. И у меня она была где-то вот там сломана. Дальше появилась вот такая маленькая. Это железная, а это пластиковая. С колесами. Появился вот такой вот лев. Не знаю, от какой-то игрушки открепился. Снизу сверху. Не знаю, что это у него в руках, какой-то шланг. Так, давайте дальше. И дальше появились вот такие два автомата. Вот, сейчас мы покажем вот автомата. Вот это такой крышки нету. И обоймы. Они не рабочие, вот этот еще сломанный. Вот это вот починить. Вот, видите. Ее можно снять вообще, убрать. А тот синий с ручкой идет. Ну вот, все, ребята. Сейчас вам сколько они стоят. Это 2,5 идет, то 3,5. Вот это вот. С обоймой вот этот синий. 3,5 у меня. Этот я вам сказал в койку. Я вам уже сказал 2,5. Так как у него вот это сломано, ее можно снять. И она там легко убирается, и все. Обойма от этого, она туда смотрит. Они не в рабочем состоянии. У этого батарейки вставлены. Ну, если кто умеет чинить, то почините. Тут 14 патронов вставляете. Вот все. Это 50 рублей. Это 10 рублей тянет. Это на 50 рублей тянет. Это на 100 рублей тянет. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.